Наш новый альбом для юных хэви-металлистов и повзрослевших говнарей. Вы, кстати, тоже можете послушать, если кишка не тонка. Сейчас, чтобы стать успешной украинской группой в мире, в описании должно быть слово «прогрессив». Поэтому, да, мы играем прогрессив-рок, скорее всего. А у нас что, есть музыкальная тусовка? Каждая группа сама по себе, каждый развивается как хочет. Но на самом деле все считают, что они самые-самые крутые, но на самом деле крутые-то мы. Да, я исполняю. Использую технику гроул Тани из группы Джинджер. А я просто прихожу на студию и ору в микрофон. Но до этого я не ем сутки, чтобы потом на записи не обделаться. На SoundCloud, по-моему, и так дофига рэпа и всякие электронщины. И все же, в чем причина утяжеления? Мечта про Best Ukrainian Metal Act или про Napalm Records? Конечно же, Бума. Этим живем, к этому и стремимся. Буму подаваться будете? Конечно же, будем подаваться. Осталось только купить сейчас черные гитары, а то с красными и зелеными нас туда никто не берет. Просто боятся, что мы всех порвем. Алло, как думаешь, сколько секунд украинские хипстеры, которые заценили вас 2 года назад, будут слушать этот альбом? Пока бороды не поседеют и усы не повыпадают. Ну, он уже записан на самом деле. Я поставил у него хамбакер активный и мжишный. И записал все соляки тейпингом. Следующему альбому еще Floyd Rose херячу, наверное. Да, станет. И порожек с замками.